Ну, друзья, представляю вашему вниманию Kenwood D3300P. Это японец. Достаточно редкий экземпляр. Состояние весьма неплохое. Прям клевый, с боковинами, с черными, с деревянными вставочками. Был европейский DP3300P, по-моему. D. И младший брат их 11200. По поводу чтения дисков. Он весьма интересный экземпляр, с фирмой вообще никаких проблем. Значит, штатовский у нас Клэптон. Ну, давайте по порядку прям с него и начнем, собственно. Как читает, у него 5, по-моему, децибел сигнал шум и 97 децибел динамический диапазон. Два мультибитных 56-х ЦАПа Бюр Браун. То есть из края в край вообще никаких проблем нет по промотке. Откровенно говоря, звук просто фантастический с него, но вся причина продажи, то что я пользуюсь или другим плеером. Давайте, японец. Это японское издание Крафтерка. Посмотрим, как он с ним подружится. Пишу нон-стопом, без какого монтажа, без всего. То есть вот прям как есть. Все считался, все без проблем. В конец диска. Промотка в конце диска кончился. Ну и еще один диск, который достал на тест, так чтобы быть прям до конца субъективным. Это альфавильчик, сборник, причем сборник он старенький, это старое издание, не оригинальное, а-ля копия с европейского, с немца. То есть, соответственно, нет никакого ни года, ни страны, ни хрена на нем нету. Он достаточно капризнен к болванкам, этот плеер, к каким-то левым изданиям. Как бы все есть, поэтому то, что он, вот как многие пишут, абсолютно не все диски читает, это факт. А, тем не менее, если у вас явное большинство хороших изданий, то аппаратик прям будет радовать звуком по полной программе. Не шумно работает каретка, практически не слышен в момент воспроизведения. Продаю, потому что пользуюсь или другим плеером Onkyo, либо цифровыми источниками. Ну, как-то все. Спасибо.